трем подписчикам, гостям. Я Джетли, и сегодня я попытаюсь вас развлечь своими охуительными историями о лунатизме. Типа, я знаю, что он проявляется у некоторых людей, и, типа, я им тоже изредка страдаю. Хотя, какой страдаю, если это так смешно, просто пипец! Было у меня несколько прецедентов с лунатизмом. Начну, пожалуй, с самого интересного. Это, короче, я просыпаюсь от того, что мне мокро. Это в деревне было. Вокруг тишина, птички поют, кузнечики стрекочут. Поворачиваю голову направо, там кресты, блядь, вот так вот делают. Тут крест, сука. Я такая, ага, это значит, я на кладбище. Встаю. Я в ночнушке, короче, длинной белой ночнушке, там ниже колена. Иду в сумерках по кладбищу, перелезаю через оградку, иду домой. Чтобы вы понимали, от дома до кладбища у меня примерно 0,5 километра до реки, 1 километр до села, потом еще примерно 0,5 километра, блин, до моста через реку. Ну, типа, та же река, но она просто как-то очень странно идет. То есть там надо перейти через мост еще один и подняться в горку. И тогда там будет кладбище. Вот, короче, на этом кладбище я проснулась. Мне кажется, если бы меня кто-нибудь увидел в таком виде, это было бы очень интересно. На тот момент мне было, не знаю, лет, наверное, 10. Может, чуть побольше, может, чуть поменьше, но где-то вот в этом районе. У меня еще волосы не крашеные, длинные были. И, в общем, клево, клево. Вторая история — это про то, как мне рассказывала бабушка, как я встаю на кровати посреди ночи и упираюсь в угол. Она спрашивает, ты что делаешь, блядь? Я такая, там кошка. Она такая, какая кошка? Я такая, черная кошка. Она такая, пусть бежит, ложись спать. Я такая, хорошо. И ложусь спать на кровать. Наверное, так у меня смешно. Еще было парочка маленьких таких эксцессов, как я пыталась выйти в дверь, но дверь была закрыта, а у меня ключей не было. Типа, ну, не. Окей. Окей. Те, у кого бывают эпизоды лунатизма, расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях. И если вы помните, опишите свои ситуации. Если хотите, можете снять видос и прислать их мне, и в следующем видео я их опубликую с ссылками на ваш канал. Потому что эта тема такая очень интересная. То есть у меня есть друзья-знакомые, да, которые, например, в приступе лунатизма пытаются тоже куда-то выйти из дома, одеться, там, разговаривают на других языках, просто встают и смотрят в пустоту, что-то такое. Если у вас есть, ну, какие-то интересные истории, что-то поинтереснее, обязательно пишите об этом в комментариях, вот. Также вы можете зайти в тележеньку, в тележеньке написать об этом. Ссылка на тележеньку у меня в описании. Заходите, делитесь, общайтесь, мы там все вместе, блядь, летаем в этой тележеньке. Жду вас, приходите, будем с вами развлекаться. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Будьте счастливы, живите сегодняшним днем. Всем удачи, всем пока.